Приветствую всех из Одессы. Сегодня 28 декабря 2023 года. Появилась информация о том, что в акватории Черного моря на боевое дежурство вышли ракетоносители с ракетами «Калибр». Вот, поэтому угроза присутствует очень высокая, пуски «Калибра» могут быть в любой момент. На данный момент там находится «Адмирал Макаров», это ракетный корабль, и, если не ошибаюсь, подлодка. Вот. Но данные, скажем так, предварительные. Вот. И что хотел сказать, что давно уже не было пусков калибров. Поэтому, возможно, конечно, их и не будет. Вот. Ну, а возможно, как бы рано или поздно они в любом случае будут, эти пуски. Поэтому будьте бдительны и реагируйте на сигнал воздушной тревоги. Просто их давно уже не пускали. Причина неизвестна. Я не знаю, может, накапливают ракеты для чего-то. Вот. Поэтому на тревогу обязательно реагируем. Пока на данный момент все спокойно в Одессе. Была одна тревога из-за истребителей МиГ. Сейчас все тихо.